Ребят, смотри, что нашел. Аппарат с огромными просто игрушками. Огромный авокадо, крутой, огромная свинья. Патрик просто здоровый. Будем играть здесь. Цена игры, по-моему, 10 рублей, я уже не помню. Так, ну что, будем сразу биться за огромные игрушки. Я немножко не понимаю, зачем накидывать столько много игрушек. Ну, то есть, что мне тут можно выиграть? Свинью, понятно, нет. Так, синенького чувака хочу. Опля. Отлично. Отличный захват, ребята. О, я выиграл. Вот этот поворот, это вот нежданчик. Это я вообще от этого синего чувака хотел. Ладно. Очень-очень-очень странный аппарат. Опля. Да, о, я ж на мгновение подумал, что мы сейчас и этого заберем, чибиса. Так, давай. Сейчас мы. Опля. Я так вот хотел его выиграть, но не выиграл. Я прям видел, как он хотел его мне отдать. Так, ну что попробовать еще, то даже не знаю. Да, синенького. Но синенький выглядит реально, то есть его, в принципе, выиграть можно. Есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какой хитрый маленький пингвин. Ладно, ничего страшного, одна победа уже хорошо. Уже неплохо, уже можно жить. Так, спокойно, соберись, не расслабляемся. Опля, такой был план. Ай, эта вот игрушка большая, квадратная, прям мешает мне реально. Так, ну ладно, пробуем еще раз. Сейчас мы аккуратненько. Ага, да, что ты будешь делать? Мне кажется, я сейчас еще хуже сделаю. Ладно, подожди, у меня есть план, который... Опасный план. Попробовать убрать... О, мне кажется, я сделал какую-то фигню. Остается всего две попытки. Но ничего страшного, нам хватит. Для победы больше и не надо. Два четких запуска. Первый не получилось. Но немножко я его подвел. Сейчас мы еще разочек. Еще один разочек. Так, спокойно, соберись. Поехали. Хоба! Хападейра, не получилось, ребята. Я ж совсем забыл, мы уже выиграли игрушку. Опля. Опа. Вот такой вот приколюшный. Друзья, суть в чем? Мне нужно видео 3 минуты. Но у меня всего 150 рублей. Поэтому максимально буду растягивать видео. Короче, у меня пакет с Лего. Вон там стоит. На Лего канале. Смотрите. Значит что, ну давай зарядим сразу 100 рублей. Это не работает 100 рублей. Я и забыл, ребята, представляете, в этом аппарате не работают 100 рублей, поэтому придется нам уже не 150 рублей, а на 50 рублей растягивать на 3 минуты. Ну ничего, друзья, вы же любите поговорить, поболтать, мы знаем. Ой, на 50 рублей, на 40 рублей, вот какая тема. Опля, будет распаковка Лего-набора. Здесь такое облачко красивое, я не знаю, почему тут уже неделю не работает, на самом деле, я уже забыл об этом. Так, ну что, смотрите, ребята, пробуем выиграть облачко, а я никогда не нажимал, никогда не нажимал. Ну-ка попробуем. Все, время закончится? Может так лучше? Может так и надо было играть? Нет, ладно. Так, где? 5 рублей. У меня вообще 10 здесь. Ща. Оп. Так, давай. Еще 2. Ну что, поехали. Клешня. Нет, приятнее. О, да ладно, облачко. Блин, так хочу это круто. А, я знаю, куда потратим 100 рублей. У меня есть план. Давай еще. А, ну я неплохо справился. Слушай, мне кажется, мы сейчас его заберем. Текс. Нет, ребята, не получилось. Ладно, последние 10 рублей в этом прекрасном аппарате. Ну-ка. Ой. Их, не получилось. Ну, такое, ребята, коротенькое видео у нас сегодня получилось. Попробуем поиграть здесь. О, там есть классный ананас. Это же маленький Спанч Боб. Что-то вообще попытка была в ноль. О, может Тетрис? Прикинь, сейчас бы Тетрис выиграл. Это было бы любопытно. Так, клешня. На скилле. Есть, получилось, ребята, получилось. Да ладно. Вау. Максимальная случайность, что мы выиграли ананас, ребята, поворот. Этот аппарат в последнее время все чаще и чаще приносит нам победу. Я в шоке. Тортилу сейчас выиграем.
Ну, я ее подцепил. Сейчас попробуем еще раз. Такс, наведем. Хопля! Вот так вот. Ах, и она развернулась. Ну, ничего, я так и планировал. Она развернулась ровно так, как я и задумал. Там крокодил тут зеленый лежит уже, наверное, месяца два. Его там прикопали еще. Опаля! Ух ты! Ну ладно, в принципе, я раз, его выглядит хотя бы что-то. А вы думали, я вам не покажу? Вот он. Ананос. Крутой.